С вековым юбилеем поздравили вдову ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Мега камчатские полицейские. 100 лет женщине исполнилось 19 августа. Татьяна Евгеньевна, вдова ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке Василия Семеновича Мега. Сейчас о женщине заботится невестка Лариса. Они живут вдвоем уже много лет. Поздравить Татьяну Евгеньевну с юбилеем приехал и заместитель начальника, начальник полиции УМВД России по Камчатскому краю, полковник полиции Юрий Завьялов. Он вручил женщине цветы и подарки, пожелал здоровья, счастья и долголетия. Камчатские полицейские давно стали друзьями этой маленькой, но очень дружной семьи. Татьяну Евгеньевну и ее невестку поздравляют со всеми праздниками, приезжают в гости и помогают решать бытовые проблемы.